Праздник Рождества Христова особенный по своей значимости и душевности, и далеко не случайно в рождественские дни проходят самые разнообразные культурные мероприятия. Одно из самых ярких – рождественский концерт. Это традиционное мероприятие всегда пользуется у славянцев неизменной популярностью. И пусть на улице по-зимнему прохладно, здесь, в городском доме культуры, большой рождественский концерт привлекает зрителей силой своего теплого и неравнодушного искусства. Пускай уютом дышит дом, пусть ангел вас оберегает. Мы поздравляем с Рождеством и только лучшего желаем. Лучшие творческие коллективы порадовали собравшихся своим мастерством. Песни на новогоднюю тематику пользовались особенным успехом. И представители хореографических ансамблей поддержали высокий уровень выступлений. Горячими аплодисментами наградили зрители всех участников большого рождественского концерта. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».